Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в православном календаре является первым из 12 великих праздников церковного года. Священники надевают одежды голубого цвета. В православии он символизирует чистоту и непорочность. Праздник отмечается 6 дней. С самого утра в день Рождества в храмах идут службы. Это мой родной храм. Я стараюсь не пропускать службы, ходить всегда, потому что мне здесь радостно, спокойно и хорошо. Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. До преклонного возраста супруги были бездетны. Они не теряли надежды и просили у Бога ребенка. Их молитвы были услышаны. Архангел Гавриил возвестил им, что у них родится Дева Мария, которая потом станет матерью Иисуса Христа. Она является нашей заступницей, ходатайцей перед своим Сыном Иисусом Христом, Господом нашим. Ее молитвы гораздо выше перед Богом, чем молитва всех святых, любых святых, потому что мы, обращаясь к ней, мы молимся так: «Пресвятая Богородица, спаси нас». По народной традиции в этот день нужно помогать матерям, а те, кто недавно сыграли свадьбу, должны позвать к себе в гости родственников и поставить на стол угощение. Также в этот день нельзя ссориться с близкими и родными, запрещено отказывать помощи кому-либо, чтобы самому не остаться без поддержки. Никита Колосов, Сергей Баскин, «События».